Сид, что происходит, а? Чё, всё? Самка нужна, да? По вечерам не спим? Чип. Чипуля. Чип. Песни-то будешь петь? Как ты поешь песни, ну? Ну-ка, давай, спой песенку. Антоныч, будешь петь песню, нет? Ну, помыть хвостик, да? Хвост он в день раз по 30, по 40 чистит. Белка считается самое чистоплотное животное. Топ-10 самых умных животных на 8 месте, представляете? Наиумнейшее животное, да, Чип? Дракон, а ты драконище. Ну чё, иди сюда. Гулять не выходим, не рискую. Это Чипа получается, ну вот такой во взрослой жизни второй гон. Первый гон пережили мы нормально, мы даже в лес ходили, гуляли, он никуда не убегал. Вот во время гона он встретил пару самок, получил по шапке от них. Вот, а многие спрашивают, как я определяю, когда вижу белка, самка или самец, да, на дереве. Вот, определяю я очень просто. Если Чип бежит за белкой, значит это самка. Если Чип убегает от белки, значит это самец. Все очень просто. Вот, самцы его бьют, конечно, даже самые маленькие белки. Ну, ему хорошо от них достается, так как он зверь. Домашний, вот, наполовину уличный. Много каких инстинктов у него работала. Вот, например, даже он приземляться правильно не умеет, как белка должна приземляться. Как-то так.